Артём, мы тут осмотрелись. Главные ворота охраняет небольшой отряд. За ворота еще через Зиндан. Подземелье, можно идти. Там Мунай Байлер рабы держит. Да, в общем, план такой. Мы с Гюль попробуем тихо снять их охрану и пройти со стороны ворот. Ну а если тихо не получится, они, по крайней мере, на нас отвлекутся. А ты через подземелье зайдешь к ним в тыл. Пойдем, проведем тебя. Не отставал. Просьба вам. Если получится, не убивай местный. Он люди неплохой. Мунай Байлер только слушался. Барон слушался. Боялся и слушался. Гюль насчет местных правильно говорит. Вот, нам сюда. Молокососы сплошные. И мозги им с детства, похоже, промыли. Так что, пожалуй, стоит их пожалеть. Решетка, значит? Ну что ж, попробуем. Значит так, я приподниму, а ты пролезай. Да скорее... О, отлично. До встречи наверху. Идем, Дамир. Меньше крови, Артём. Пожалуйста. Ешь кимжок, мля. Никто не ходил, дураки жёг. Мы стоял, каждый день стоял. Пользы жёг, на. Лучше охоту хотел. Дураку да кажаксы рабство брал. Дуры, сойдай злыс, мля. Правильно сказал совсем, мля. Жумысно! Работать, а то за собака выпинаю! Что? Что там был сейчас? Никого. Почему никого? Я думал, кто-то есть. Только священный пламя знает, что тут такое происходит. Надо хорошо работать, чтобы хозяин видел. Я хороший раб, послушный раб. Тогда хотя бы сделает меня больше. Слишком долго. Хочу в бой сейчас, не потом. Какой шайтан? Всегда ничего. Совсем. Дерьмо собака на! Один худой, один ленивый! Совсем
вернемся! Сука! Я тебя убиваться сейчас! О, свой вышка, свой бикинис, крепость, Жакинда, скоро! Цистерна залита под горлышко. Хорошая новость. Но есть и плохая. Ворота закрыты, и забрать ее мы не можем. Товарищ полковник, это Дамир. Цистерна у нас, но возникли проблемы с воротами. Вас понял. Работаем по резервному плану. Действуйте по обстоятельствам. Видишь, провода от ворот ведут на вышку. Но вот как туда попасть? Прямо крепость неприступная. Молодые люди, вы серьезно задумали атаковать нашу крепость? Я, конечно, уважаю храбрость, но умирать просто так все же не стоит. Кто у вас главный? Поднимайся ко мне, нам есть что обсудить. Ты смотри, как заговорил, гад. На все 180 развернулся. А ведь мы ему насолили как. Прячь волыну и поднимайся ко мне, иначе прольется море крови, и совершенно зря. Открыть ворота и впустить гостя! Поднимайся! Тебя никто не тронет! Если сам, конечно, не нарвешься. Не нравится мне это, но смотри, вариантов смотри, нет. Идет. Если не уедем, все в этой пустыне ляжем рано или поздно. Удачи, Артем. Если что пойдет не так, в общем, чем смогу, помогу. К барону идет. Ох, сколько же их там, не сосчитать. Нефтяники, рабы, женщины даже. Чё мочишь, на? Барон, наверное, на самом верху. Ещё мне раз про эту шалаву, дурь, какая падла, хоть слово, на! Сюда давай, мля! Ты качал на того обойди, сразу к чистым двигай наверх. Ещё пробздишься козлами этими, но горш ты его не любит. Тебе починить, расплюнуть, мля! Ты того, мля, не мешай чисто. Я бугру тут мучу, кое-чего усёк. А если чё, так и ему и предъявляй. Типа того, мля, чё вперёд меня лезешь? Не, ну, костыль, ну ты это. Мне на дело без зажигалки не вжило, реально. Если до рейда замутишь, я тебе запчастей притараню. Или тупо половину навара отстегну. По рукам? Ты мне лучше бабу притащи. Лады, не вопрос. А, ну о, ты того. Ты из этих гастролёров на поезде? Ну и чтоб помоложе. Ну и подержаться за что. Это вы удачно заехали. Тут и так-то чужих не любят, а вы еще и шухеру навели. Ха-ха. В общем, скажу так. Осторожней на буханке своей катайся. Она-то не подведет. Своими руками ее для очкарика собирал. Ш-
что, не ожидал? Да я ее по звуку мотора за километр узнаю. Ну так вот, тачка не подведет, но раз клювом щелкнешь и тю-тю. Понял, о чем я? Так что топай дальше, а то за этими дебилами глаз да глаз надо. Не, ну ты чисто зацени, чё винт наточил у бугра мастырит, мля. Не машина, а огонь, мля. Только, сука, нам на нее только смотреть на. Вот ты чисто не возникал бы на эту тему, мля. Ты ж, сука, фартовый. Шестерок зеленых сразу в охрану, на. А туда же, только смотреть. Не, ну чё ты, мля, сразу так? Я ж ничего. А то, уважать ход надо, мля. Я 10 лет тут ты уже чем, бля, и не воняю. Криво на, поправляй. Кисык, бля, тузету на, сука. А вы, суки, держите на. Бери кустап мне. Накосячите собакам, скорблю на. Давайте, не, ну ты, мля, давайте, не, мля. Дарденес, на, фиг ли тебя вчера кормили на. Твою мать! Вали, крокла, пока не подпалил тут все на! Ха! Сгорел лошара на работе, на! Мля, какие же они тупые, на! Третий, мля, в отбой пошел! Уроды, мля, безмозглые! Че я теперь, сука, костылю скажу? Лохматые твои вышли все, новых дай! Это здорово! Подольше бы тут задержать. Хозяин, прости! Не надо, хозяин! Я не хотел! Хлебало завалил, мля! Учить я буду! Мирза, пощади! Не надо учить! Заткнись, на! Работать! Не убивай, хозяин, Мирза! Только не убивай! Хозяин злой, но он хозяин! Если он умирал, меня убивать будут! Мирза меня спас. Хозяин проснется, забудет, что было. Спасибо, эй, Мирза. Эй, трубы тут торчать. Можно подумать, кто-то нападать собирается. Зэк, Мирза, помнить буду. Ага, сейчас. Спасибо тебе, великий Мирза. Пусть священное пламя тебя защитил. Не, ну че ты там копаешься? Давай уже сюда иди. Work all day, no rest at all. This is no life. Ты че там делаешь, мля? Слышь, мля, что творится? Хозяйскую воду крысила, сука. Надо, мля, спросить. Прости, улыбай, Мирза. Ничего, нанимался. Ты собака! Я целый день и ничего не делаю. А ну заткнулся! Хуже собаки! Вода для людей! Сучара, для хозяина! Поняла? Эй, ты, мля! Сюда давай, на! Да, улы, мерза! Теперь убрал это дерьмо отсюда, то зло ныть! А чему нам работать, когда враг приходит? И быстро, на! Раб в драке никак. Да, да, улы, мерза! Ай, сил же нет стоять тут. Понятно, чтобы по мне стреляли, тоже неохота. И хоть бы что-нибудь случилось уже, что ли. Видал, мля? Вообще борзая. Учить их, да, сук, мля, учить смотри, надо. А то вообще страх потеряют. Бугру пятки лизать, походу. Freeze the holy flame, yes. Пыльного с пацанами положили, суки! А теперь кусты! С мягким знаком, мле! Ну давай, работай! Чё такое с тобой? Давай работай! Опять ревела? Это чё, мля, танец? Ну, ревела, тебе к чего? Ну и дурак! Счастье своего не понимаешь! Внизу только потому ты видишь, а все равно от голода подыхаешь. А тут пару раз ноги раздвинулось, кайфуй весь день. Не, ну ты шевелись, на! Да. Чё так вяло, на? Хорошо. Подумаешь,
Омля, давай! Так бугру надоело, так сразу в парапеты сидать. Давай, работай! Давай, давай! Если бугру задишь, он и огореть тогда может. Не жлоб, не бойся. Вон, Ксюха та же. Вниз целый мешок маслят потащила. Хорошо. Сейчас заведение у нее свое. Живет. Что такое с тобой? Давай работай. А если ныть будешь, и слезы лить, и годы не продержишься. Пойдешь вниз шестер обслуживать. Они тебя за месяц до дед протрут. Ну что ты еле шевелишься? Эй, красавчик, издалека приехал. После барона заходи ко мне. Не пожалеешь. Такой, как я, ни в каком городе не найдешь. Чтобы по мне стреляли, тоже неохота. Это ты, Кбугру? Ну давай, чисто заваливай. Не ожидал такого приема. Спрячь оружие. Здесь мы можем поговорить, сняв маски. Всем присутствующим я полностью доверяю. Странно, что я не особо расстроен вашими шалостями. Что поделаешь, наш мир жесток. Я лишь по мере сил стараюсь привнести в него толику порядка, без которого нет надежды на что-то лучшее. Нет самой жизни. Но перейдем к делу. Вряд ли вы прибыли сюда насладиться погодой. А значит, у вас есть важная цель. И цель эта где-то далеко. Я готов помочь вам достичь ее, предоставив горючее для продолжения путешествия. Взамен же я попрошу немного. Отдайте мне Гюль. Приведите ее, и все мы выиграем. Я получу Гюль, вы горючее. И все будут жить долго и счастливо. Ну что, пур... Так, разговаривай! Закрыл! С той стороны, трус! Как говорить с таким? За дурака меня держите! Не захотели обмена? Ну, значит, подохните все! И ты, Гюль, первая! Убить их! Артём, приготовился! Нужно прикончить этот собак! А, бля! Сука тут! Убери жека, бабы! Вот тебе и жалкий жек! Юмой, что происходит? Гюль, ты слаба и ценишь слабых! Но мир живет по совсем другим правилам! Всегда побеждает сильнейший! Наша сила в единстве, в вере, сплотившей наших подопечных. И именно благодаря этой вере мы можем защитить их, направить их, не дать им сгинуть в пустыне. Но ты, Кью, ты смущаешь моих подопечных. Они видят в тебе некий символ. Вокруг тебя мерещится этакая аура запретности, бунтарства. Аура никому не нужных проблем. Но твоя смерть сможет ее развеять.
Почему замолчала? Артём, я пойду туда, пока собака не убежал совсем. Его поймать и дверь тебе открыть. Держись! Куда собрался, трепач? Вот ты где! Получай, гад! Поддается. Артём, давай поднажмем. И вот с этими вот ты хотела создать новый мир? Не выйдет! Здесь... Держу! Займись бароном! Всегда выживает сильнейший! Артём, убери голову. Ворота открыты. Цепляем цистерну. Вы дал мой народ надежда. Я это никогда не забуду. Но война для меня только начался, а теперь надо закончить дело. Уходим, Артём. Спасибо, что помог моему народу. Я у тебя в долгу. Жив, зайчонок. Я так волновалась.